Талибан взял на себя ответственность за взрыв в центре Кабула. Есть пострадавшие. Смертник взорвал бомбу, заложенную в авто рядом с рестораном «Ле Жардин», популярным среди иностранцев. Минздрав Афганистана сообщил о 4 раненых. Тем временем движение «Талибан» в своем твиттере заявило, что несколько иностранцев убиты. Ранее СМИ сообщили о гибели 10-летнего ребенка, но Минздрав опроверг эту информацию. Отмечу, после взрыва в здании начался сильный пожар.